Зимы станут теплее, а лето будет длиться дольше. Выводы ученых об изменениях климата в Югре опубликовала газета «Местное время». Сотрудники кафедры географии Нижневартовского госуниверситета проанализировали показатели по метеостанциям в Березове, Октябрьском, Ханты-Мансийске, Угутии и Нижневартовске. Исследователи выяснили, что среднегодовая температура воздуха в таежных зонах повышается. Последние 10 лет, к слову, оказались самыми теплыми с 1991 года. Интересно, что отследить изменения позволяют и наблюдения за флорой. Так, в экстремально теплом 2020-м черемуха зацвела на 24 дня раньше, а шиповник и малина почти на месяц. По мнению географов, тенденция будет сохраняться. Вероятно, югорчан ждут теплая зима, ранняя весна, продолжительное лето и дождливая осень.